С 2021 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева реализуется программа «100 прудов и озер». На сегодняшний день в Московской области расчистили уже 152 водоема общей площадью почти 700 гектаров. В этом году в программу вошел Завьяловский пруд – живописное водохранилище, находящееся в притоке реки Бица. Но прежде чем приступить к основным работам, необходимо провести санитарную очистку берега водоема. С этой целью на Завьяловский пруд прибыли рабочие муниципальных организаций «Дорсервис» и «Благоустройство», а также сотрудники отдела защиты окружающей среды администрации Ленинского городского округа. Происходит подготовка береговой линии Завьяловского пруда для расчистки акватории в рамках государственной программы Московской области «100 прудов и озер». Специализированная организация будет произведена расчистка водной глади, соберут мусор с поверхности водного объекта и расчистят берега от камышей, от поваленных деревьев. Также в перечень работ входит очистка дна от бытового и строительного мусора. Проведение основных мероприятий на Завьяловском пруду запланировано на вторую половину лета. Жители Ленинского городского округа выбрали пруд в качестве объекта для участия в программе «100 прудов и озер» в ходе голосования на портале «Добродел».